камнями сандали и стертые ноги ходили по пыльной широкой дороге, по узко затерянной поле тропинки, под вечер в пыли, а под утро в росинках. Так мало покоя и отдыха знали, ты знаешь, кому они принадлежали. Кого эти ноги сверхсилы посили, по тропам земным днем и ночью носили, по пыльным сухим каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного Бога. И ноги те были омыты слезами, отертые прощенной жены волосами. И снова в дороге, в толпе или в лодке, и многие знали уже по походке. С их видом знаком был, кто видел их близко, кто к ним припадал, кто склонялся к ним низко. И те, кто свой грех к тем ногам приносили, прощение и мир возле них получили. Когда высоко толпой висело кресту пригвожденное чистое тело, для тех, кто любили, для очень немногих, на уровне глаз были эти вот ноги, пронзенные ноги Спасителя ноги. Уже не в сандалях, уже не в дороге, они расстояние свое исходили, они назначение свое совершили. Если ты грешен и ищешь прощенье, поди к тем ногам и получишь спасенье и новую жизнь, и второе рождение. Оттуда от них ты начнешь восхождение по лестнице святости ввысь к совершенству и к вечному в Боге Всевышнему блаженству. К ногам Иисуса, о грешник, приди, место найдешь у него на груди, и место найдешь у него на груди. К ногам Иисуса, о грешник, приди.